Всем привет, с вами Евгений, мобилтелефон.ру и распаковка смартфона Qubot S222 или Qubot. Аппарат предоставлен на тест интернет-магазином Cool&Cool, ссылка находится в описании, заходите, смотрите цены, ассортимент. Текущая стоимость этой модели составляет $130. Ну и посмотрим, что находится в коробке, а обзор, как это у нас водится, будет в другом видео. Основная коробка, нет характеристик на ней. Основные я попозже перечислю. Телефончик в пакетике, в белом цвете, есть еще черный вроде как. Спереди у нас защитная пленка, поцарапана при транспортировке. Снимаем верхний слой. Так. Таким образом. И под ним основной защитный слой. Вы видите, вокруг камеры, вокруг разговорного динамика имеются ободки, как раз таки от защитной пленки. Камера 13 мегапикселей с автофокусом, со вспышкой. Крышка снимается снизу у нас. Давайте мы ее снимем. Сидит жестко. Батарейка. Емкость батареи составляет... Так, наверное, с обратной стороны. Нет, не с обратной. 2350 мАч. Вот, разглядел я цифры. И в избежании случайного включения во время доставки и разряда ненужного имеется скотч. Высвобождаем батарейку, вставляем два слота SIM, микро и мини, разъем под карту памяти, наглядная схема, все понятно. Крышка. Все прогладили, разгладили. И включаем. Кнопка питания на правом торце. Над ней качелька громкости. Наверху аудиоразъем, микро-USB. Внизу ничего. Вот включение состоялось. Слева пусто. Внизу три сенсорные клавиши. Микрофон. То ли китайцы перед отправкой включали, проверяли его, то ли здесь в принципе нет экрана приветствия с первоначальными настройками. Ну, в общем-то и целом разницы никакой. Экранчик, хочу обратить ваше внимание, очень здесь хороший, цветастый. Яркость стоит на максимуме, углы обзора высокие, 5.5 дюймов, разрешение HD. Радует меня китайские компании тем, что, несмотря на цену своих телефонов, они не экономят на панелях. Там и OGS, то есть отсутствие воздушной прослойки, и цвета приятные, и углы добротные. Здесь вот тоже OGS, IPS, то есть нет воздушной прослойки. Не буду указывать на компании с мировым именем, которые экономят на дисплеях. Вы, наверное, и сами их знаете. Дополнительная защитная пленка. Здесь чехольчик. Шуршит. Давайте я пошуршу. Телефон просто вкладывается в кейс. И так это работает. Магнитного закрытия, открытия нет. Придется жать на кнопку питания. Зато он закрывает перед и зад, имеет все необходимые отверстия. Кроме того, защищена боковая правая сторона, частично закрыта и нижней с верхними торцами. Иными словами, данный кейс весьма защищенный. Обеспечивает
хорошее прикрытие нежных частей девайса. Если вам не нравятся чехлы такого типа, то временно поносите его, чтобы купить какой-нибудь другой. Также в коробке мы видим кабель USB, micro USB, инструкцию на английском с картинками, с понятными. Блок зарядного устройства. Зарядка в стиле Apple. Выход у зарядки 1 ампер. Ну и вернемся непосредственно к телефону. Давайте. Характеристики обещал, называю здесь 16 гигабайт внутренней памяти, 1 гигабайт оперативной памяти, камера основная 13 мегапикселей, разрешение HD, диагональ 5,5 дюймов, процессор 4-ядерный, MediaTek MT6582, хороший экран, прям радует меня, в пыли, правда, но избавлюсь потом, протру здесь, все хорошо. По софту предустановленного программ очень мало. Это стандартные приложения, которые идут, наверное, с каждым Android-смартфоном. Файл-менеджер, FM-радио. Android-смартфоном, конечно же, не от, а брендов, потому что там уже начинается чехарда, собственные программы. Галерея, карты Google, музыкальный плеер. Ну, из такого необычного могу упомянуть лишь вот это вот приложение My Store. Платного здесь ничего нет. Можно добавлять какие-то другие источники. Попробую разобраться в этом деле, когда буду делать подробный обзор. Язык надо сменить, кстати, с английского на русский. Вон, языков много. Локализация не должна подвести. Здесь вот частично что-то на английском, здесь на русском, в настройках на русском. Есть опция беспроводного обновления. Последняя версия ПО. Android, кстати, 4.2.2 Jelly Bean. Еще раз, на встроенный софт и девайс со стороны. Неплохо собран, по первым впечатлениям, конечно же. Но больше всего мне здесь нравится экран. Очень хороший. Некоторые компании, опять же, не будем показывать пальцем, должны позавидовать. Компании Qubot или Qubot. Напоминаю, что телефон предоставлен для обзора интернет-магазином Qulicool. Ссылка находится в описании. Заходите, смотрите, что они там еще продают интересного. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, мой был телефон.ру. Жмите лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.